В Звенигороде к началу отопительного сезона запланировано открытие теплосиловой установки для замены устаревшего оборудования, которое не в состоянии выдерживать растущие нагрузки и необходимый тепловой график. Кроме того, электростанция обеспечит резервирование тепловых электрических мощностей и снизит риск возникновения техногенных аварий. Сейчас проводятся организационные и технические мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию.